Всем привет! С вами канал Мусалим. Сегодня мы работаем над Mitsubishi Outlander. Делаем шумоизоляцию полную. Разобрали его. Автомобиль очень шумный. Да, штатная шумоизоляция присутствует, но в недостаточном количестве для того, чтобы комфортно себя ощущать. Вот огромная арка, и на ней маленький вот такой кусок виброизоляции. Этого, конечно же, мало. Все это будет дополнительно отклеиваться. Вот крыша, ну на крыше чуть-чуть наклеили. Приступим к работе. Проклеили виброизоляцию Outlander. Крышка багажника. Можно класть второй слой шумопоглотителя. Закончили работу по шумоизоляции на Mitsubishi. Вот так вот смотрится у нас второй слой. Двери. Ну и потолок. Тоже это второй слой войлок. Снизу виброизоляция. Приступим к сборке автомобиля. Вот и все. Собрали Outlander. Автомобиль полностью готов к поездке. Все на своих местах. Все везде четко, красиво. Без зазоров, без скрипов. Без всяких дребезжаний, жучков и тому подобное. Каждому автомобилю, каждой шумоизоляции прилагается фотоотчет на диске. Вот и все. Спасибо, что смотрели. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.